нержавейка, она идет на все типы плит, а включая индукционную, алюминий не видит индукционные плиты. Две страны, в общем, сошлись вместе в одной сковородке. Самый главный плюс – это они экологически безопасны. Выдерживает само покрытие 340 градусов свободно. Тефлон, да, не советую. Полторы тысячи. Не сумасшедшие деньги. Наверное, женщины лучше разбираются в посуде для приготовления пищи. Но вот для меня, например, если честно, темный лес. Чем отличается один производитель сковородки либо ковша от другого? И когда ты приходишь в магазин, у тебя возникает некий ступор. Вот для того, чтобы нам с вами вместе было немножко яснее, как выбрать посуду, мы пригласили в студию эксперта. Разбираться будем вместе с Константином Суворовым. Встречай. Константин, ну что ж, вот есть определенный ассортимент, да, у нас здесь, но я так понимаю, это один производитель. А мы вначале давай поговорим в общем и целом. Приходишь в магазин, 10, 15, 20 производителей разных, чем отличаются по составу, может быть, по видам та посуда, которую мы можем приобрести? Ну, по составам в основном отличается это основа посуды. Это идет у нас сталь, чугун, алюминий. Из чего сделано? Из чего, да, отлита или штамповка идет с самой сковородки. Угу. Так. А по покрытиям, ну, очень много покрытий разных. То есть там уже более такая разнообразная палитра названий, так скажем. Есть понимание там, что из чего состоит, например, сковородка, да, и она, значит, мы выбираем, вот нам нужно выбрать такую. Или любой состав подойдет, лишь бы покрытие было хорошее? Ну, состав, в принципе, любой подойдет, основы, да. Тут уже это ценовая политика. Если бюджет не ограниченный, то есть идет, грубо говоря, нержавейка, да, самый, наверное, дорогой. То есть внутри, нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь, она тоже может быть с покрытием, но обычно без идет, потому что уже дорого. А из самых таких бюджетных это идет алюминий. То есть он легкосплавный, легко очень. Или штамповать, то есть самые дешевые у нас сковородочки идут. Или вот как здесь это кокельное литье, отливаются болванки. То есть вот это? Да. Что значит? Ну поподробнее все-таки немножко. Ну это то есть форма. Можно показать на нем, да? Форма там у вас в печи, и туда расплавленный алюминий заливается. И получается болваночка, ну без ручки, естественно, изначально. Так. И потом уже идет на покрытие. Покрытие вот бывает уже разное. Насколько алюминиевая сковородка там проигрывает нержавеющей сковородке? Да я бы даже не сказал, что проигрывает, потому что если речь идет о посуде с покрытием, то вы что нержавейку не трогаете, что алюминий не трогаете. А, не дотрагиваетесь до нее физически, да, не потому что покрытие физически, есть. Потому что есть покрытие. Единственное, что, допустим, нержавейка, она идет на все типы плит, а включая индукционную, сейчас современные самые виды. А алюминий не видит индукционные плиты. То есть, поэтому данные сковородочки в этом пункте как бы уступают. То есть вот то, что ты нам принес... Индукционные плиты не увидят. Индукционные не видят, но это вот алюминий. Да, это алюминий основной. Еще у меня есть такой вопрос. Мне кажется всегда, может быть, не кажется, что низ, он тяжелее, да, его чем-то утяжеляют или нет такого? Это вот как раз, чтобы удешевить посуду для индукционных плит, делают сюда блин. Иногда приклеивают, это более простая технология, иногда впаивают туда, вдавлен под давлением, то есть он как бы заподлицо, и там диск из нержавейки, то есть получается тяжелее. То есть это именно в случае индукции? Чтобы, да, была удешевлена основа, она алюминий, и только вот один блин индукционный получается. Тем, у кого газовые плиты, у кого какие-то там электрические, да, им не надо? Им, да, не надо, это просто переплата будет, и все. Теперь про покрытие. Мы, ну, друзья, будем разбираться в покрытиях и на основе тех
предметов, которые принес нам сегодня Константин, ты являешься дилером... Дилером завода Ланскрона. Это у нас известный бренд Вари, их оригинальный бренд, так скажем. А я работаю под своим брендом Яр-посуда. Яр-посуда – представитель официальной Вари. Да. Ну нет, не Вари, завод, сама компания Ланскрон. Ланскрон. Вари – это их бренд, они под своим брендом тоже, естественно, продают. В Италии? Да? В России. В России. Нет, в России. А в Италии это Whitefoot фирма. Whitefoot, вот так, наверное, правильно. Ну, в происхождении давайте разберемся. То есть, покрытие это идет Италия, итальянское называется Quantanium. Вот это? Да, это на всех? На всех. Вне зависимости от цвета? Цвет не влияет, да, ни на качество, ни на что, это чисто декор, так скажем. А покрытие итальянское, сертифицированное, Роспотребнадзор пройден, у них это трехслойное покрытие антипригарное, Quantanium, то есть Италия. А внутри? А внутри алюминий российский. Российский. Да. Вот так вот, друзья, подружились, две страны, совершенно в общем, сошлись вместе в одной сковородке, можно так сказать. Про покрытие. Чем хорошо, какие у него есть условия эксплуатации, чего стоит бояться, избегать и где, наоборот, не бояться? Ну вот даже исключим как бы меня, да, просто берем покрытие на водной основе как данное. Самый главный плюс – это они экологически безопасны. То есть они ни в природу, ни там человеку, ни в пищу не выделяют ничего. Они не выделяют, не впитывают. То есть если даже там поцарапали, какое-то разрушение произошло, вредных веществ не выделяется. Как всем уж известно, тот же самый тефлон, где процентов, наверное, 90 посуды у нас идет с тефлоновыми покрытиями. Там любое повреждение, лучше менять посуду. Потому что уже там начинается... запечатаны какие-то вот химические соединения. Да, совершенно верно. А эта посуда боится вот повреждений, то есть что по ней нельзя возить там ножом? Не острым металлом можно свободно работать, если есть что-нибудь, ложка какая-нибудь, можно повозюкать. Нет у нас в студии ложки, мы поверим на слово. То есть ложечкой помешать там вот с блинницей металлической лопаточкой можно работать, ничего не будет, даже если там царапинка какая-то, ничего страшного. Ну то есть, но не жесткие. Ножом мясо резать не надо. В гриле, например, и вилкой тыкать котлеты в сковородке тоже не надо. Не стоит. Не надо. Мыть как это, потому что тоже важная версия. Кто-то говорит, нельзя в посудомойках мыть. Можно это покрытие, можно мыть и в посудомойке, выдерживая само покрытие 340 градусов свободно. То есть мы тестировали и в печке, кастрюльки, казанчики ставили. И посудомойка, средний режим вообще спокойно, можно мыть. Ничего страшного. То есть вот это Quantanium, да, называется покрытие. Quantanium. Бывает у нас тефлон, про него, его особенности мы поняли. Тефлон, да, не советую, не стоит. Лучше там чуть-чуть переплатить, купить. Не обязательно Quantanium, любое другое на водной основе. Ну, ценовая политика все-таки волнует всегда. По сравнению со средним уровнем цен вашей посуды, по какому критерию проходит? Ну, данное покрытие уже идет к премиальному сегменту покрытия самого, а ценовая, наверное, бюджетный идет. То есть это цены от 1100 и до, самое дорогое, 2500. За изделие? За изделие. Ну, то есть, вот, например, такая сковородка сколько стоит? Такая 1400. Полторы тысячи? Ну, то есть, это не сумасшедшие деньги? Нет, конечно. Даже если взять самую дешевую, там, штамповку с тефлоновым покрытием, по-моему, рублей 300-400 будет стоить, но это вы там 2-3 раза поготовили и можно выкидывать. Вот про срок эксплуатации тоже давайте под финал нашей беседы поговорим. Какой есть какой-то нормативный срок? Вот если я вилкой не втыкаю, не царапаю, сколько мне прослужит такое изделие? При правильной эксплуатации данное изделие служит где-то 8-10 тысяч циклов. То есть в годах это не считается. Приготовление. Циклы, да, приготовление. Поготовили, помыли, вот один раз получилось. Ну, например, 10 тысяч циклов, да. Если у нас, например, 3 года, это примерно 1000 циклов, то есть что, 10 лет прослужит? Вот примерно, да. Круто, слушайте, можно одной сковородкой, если она только не надоест вам, да, 10 лет пользоваться бережно и получать готовый экологически чистый продукт, правильно? Совершенно верно.
Спасибо, Константин. Одну себе оставлю, остальное отдам вам. Конечно. Всего доброго.